Пацаны, нормально все? Давай толчонем, выбирайся. Никит, нормально все? Конечно. Никита на меня упал. Нормально? Нормально у тебя или нет, Никита? Получается, Олег, ты на него упал, то он-то там сидел. Да он на меня упал. Да, конечно, я на него упал, блин. Я хуею. Саня говорит мне, блядь, не выходи, да там все, заебись, ебать. Хули, если дурак за рулем, ебать. Да, у Лехи трясучка, походу, ебать. Стой, стой. А что стой? Он сейчас трос зажмет. Ничего не зажмет. Топливо на магистрали сними. Теперь разматываем лебедку и придерживаю, он выезжает. Ничего не придерживаю. Стой назад! Назад стой! Сворачивай! Отойдите, пацаны! Иди! Назад толкай! Вот сейчас! Никита, отойди! Ну и все! Руля в левый назад! В левый назад! Никит, смотри назад пока. Давай! Давай, пацаны, все! А Серега там что ли сидит? Да, конечно! Серег, нормально все? Давай, Сереж! Давай, стой! Блять, здесь второй раз переворачивает его. Сколько, блядь, кузов новый поставил? Раз, два, три! Нихуя! Не смог! Пацаны, лебедку надо! Лебедка, быстрее, пока бензин здесь! Бензина дохуя уже проебали! Сильно, конечно! Серега, давай подъезжай быстрее! Убирайте квадры! Он не со шорами? Нет. Куда мы его поставим, если мы поставим это? А по кровину вот эта хуйня не уебет? Да пух вообще. Не, нормально, не. Да, давай вот эту свежую. Дай мне забелу! И лобовик расхуярили, да? Серег, нормально все? Смотри, ржон сидит, ебать. Сержа, ты как, блядь? За багажник. За раму. Скажи, пацаны, подписываемся им. За раму, Серег. За какую крышу вырвем багажник? За раму. Он говорит, за раму цепляй. За раму. Давай. Вот так, что ты хочешь? Да, спиливай. Никит, отойди. Сань, вот эту хуйню отпили, все. Да. Пацаны, вообще, ребята. Надо инжектор ставить. Не торопись. Подкачай. Не, у тебя захлебывает. Стой. В аккурат.